в Долганской сказке «Песенный человек» есть такая совершенно замечательная фраза. «Такая тишина настала, что слышно, как снежинки пересыпаются». Эта фраза, мне кажется, практически дзен-упражнением, потому что в тишине, в которой слышно, как пересыпаются снежинки, это не только замечательный вот такой практически романтический образ, но и состояние, в котором человек может услышать внутреннее «я», чего я всем желаю.